Начнем наш выпуск. Мытищинские депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета за прошлый год. Ранее состоялись публичные слушания, где было подробно озвучено, что сделано в округе за 2022 год, откуда поступили средства и на что потрачены. Сейчас отчет согласовали народные избранники и приняли его большинством голосов. 2022 год был, наверное, для всех нас непростым, в том числе для нашего городского округа. Тем не менее, в этих условиях мы смогли нарастить бюджет и исполнить его. Для жителей, наверное, это выражается не в цифрах, а прежде всего, что сделано на территории городского округа. А мы на самом деле видим рост отремонтированных домов, дорог, детских площадок, спортивных площадок и целый ряд больших социальных объектов. Поэтому бюджет, он выражается в цифрах, но при этом, конечно же, практически каждый житель чувствует его на себе. В ходе заседания прозвучала информация и об исполнении бюджета за первый квартал текущего года. Народные избранники также внесли изменения в ряд ранее утвержденных документов, выбрали кандидатуру старосту поселка Здравница и приняли перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности в региональную. В завершении заседания начальник ИФНС по городскому округу Мытищи Алексей Ларионов представил депутатам доклад о работе налоговой инспекции за 2022 год. Следующее заседание совета состоится в июне.